Это стоянка у магазина «Лента». Вот сам магазин. Вот сколько машин сюда приезжает за колбасой, по всей видимости, и за туалетной бумагой. Жрать и срать. Одно удовольствие осталось у людей. Жрать и срать. Вот какая тут огромная автостоянка. И вот тут вот еще. Вот, привезли очередную порцию колбас. Все никак не нажрёмся. Все никак не нажрёмся. Все мало людям и мало.